Здравствуйте. Вот у меня случилась такая беда. Был у меня вот такой вот роутер. И как ни странно, у него сгорел ванпорт вот этот вот. И из-за этого у меня, ну, естественно, Wi-Fi остался, а вот интернета не было. Долго мучился, перепрошивал там. Ну, там это. Пытался там другую прошивку альтернативную поставить, там звонил провайдеру, они все говорили, что типа все нормально, у вас там это, что-то там, глюк какой-то. Ну, короче, в это, не суть. Суть в том, что я решил себе на День Благодарения сделать подарочек, потому что уже не смог сидеть без интернета, уже замучился, и поэтому решил купить себе роутер другой, а этот, может быть, когда-нибудь починить. Или не знаю, что с ним сделать. Вот. Ну, я честно скажу, что я особо так не выбирал. Не было времени, не выдержал без интернета. И решил быстрее купить какой-нибудь тоже тот, с которым я уже работал. Вот, например, вот этот. Хороший он или плохой, не знаю. Просто в современном мире тяжело прожить долго без интернета. Ну, бумажечки, фигарочки, как обычно. Нафиг никому не нужны какие-то там листочки, инструкции. Всем интересен сам аппарат. Ну, я вам покажу, уж простите за мою дерзость. Я покажу все-таки аксессуары. В этом же и суть. Так, блок питания здесь 12 вольт, 1 ампер. Суть распаковки-то заключается в том, чтобы показать человеку, что внутри, поэтому не судите меня строго. Так, я сейчас... О, смотрите. Руководство по быстрой настройке. Перед установкой роутера, пожалуйста, прочтите. Вот. Так что нельзя, типа нельзя его скрывать, пока не прочтешь. Вот такой вот аппарат. Ну, вот я сравню со старым. Ну, смотрите, вот по размерам он даже больше. А я думал, что поменьше будет. Ну, немножко лоханулся, но думаю, ничего страшного. Главное, чтобы был интернет. И чем быстрее, тем лучше. Вот. Обратная сторона. Да, я смотрел обзоры на YouTube. И вот там было сказано, что это они не могут подвешиваться. Ну, действительно, так не обманули. Вот здесь даже USB есть и... Вот так, какие-то, короче. Вот, пленочка, фигоночка всякие там. Некоторые там до последнего с этими пленочками держат. Я снимаю их сразу. Вот так вот. Ну, на этом все. Это всего лишь распаковка. Простите, уж не буду показывать настройку. Ну, может быть, покажу в следующем видео. Но в этом это была только распаковка. Для того, чтобы само устройство вам показать его внешний вид, и все.